Я как-то не совсем понимаю, о чем идет речь. Но как может машина 30-летка стоить под 600 тысяч рублей, мне непонятно. Ха, за такую сумму я куплю себе новый автомобиль. Со всеми пирогами. И мне не нужно будет варить кузов, зная о том, какие машины нам представляет Урал-Авто на Белорецком шоссе 17. Так вот, лучше уж купить новинку. Но новинок-то много. Как выбрать лучшую? Вот обратите внимание, мы приехали куда? Мы приехали в то место, где нам бы пункт номер один. Хотелось бы сразу увидеть новые машины. Пункт номер два. Давайте зададим вопрос, сколько денег у меня есть в наличии. Ну, ориентировочная сумма 150 тысяч рублей. В принципе, такую сумму можно легко скопить. Это 3 месяца работы на комбинате. И вы можете себе либо взять бэушный автомобиль, либо новый. Вопрос номер три. Возникает вопрос, если вообще нету денег. То есть мне нужен кредит. Вопрос номер 4. А если, допустим, я свою машину решил отдать? Ну, то есть я езжу на хорошей машине, мне вдруг захотелось на новой машине ездить. Могу ли я это сделать? Вопрос номер 5 и все остальные там вопросы. То есть возникает вопрос, дополнительный вопрос. Сколько раз вопросы. Другого варианта не существует. То есть если я здесь машину беру, как я ее могу быстренько обслужить? По одной простой причине, я прекрасно понимаю, что как бы, ну, в некоторых дилерских центрах цены какие-то очень высокие, да? И третий вопрос. Как я могу вообще дружить с Kia? Вот давайте ответы на эти вопросы мы сегодня и озвучим. В дилерском центре компании «Уралавто» очень большой склад автомобилей. Представлен весь модельный ряд автомобилей Kia. Помимо того, что представлено здесь, также есть огромный склад автомобилей в наличии. Весь модельный ряд во всех комплектациях, много очень цветов автомобилей. Соответственно, если даже что-то не подберем здесь сейчас, то, собственно, есть огромная стоянка автомобилей, где мы можем подобрать именно автомобиль, который нужен вам. Помимо продажи автомобилей, можем вам предложить еще варианты финансовых услуг. Это наши программы кредитования с нашими банками-партнерами, наша программа Kia Finance. Вот, соответственно, помимо продажи автомобилей, собственно, можем вам предложить продажу дополнительного оборудования. В данное время года зимние шины очень актуальны с обледенением, соответственно, дорожного полотна. Помимо этого, можем предложить установку защиты картера, защиты двигателя, сигнализации с автоматическим запуском, соответственно, с возможностью подключения GSM-модуля, который, соответственно, выводится на ваш смартфон. Мы каждому клиенту подберем тот автомобиль, который вам нужен. Другой вопрос. Сервис. У некоторых ценники конские. Как дело-то обстоит здесь? Быстро, качественно, в свое время, вовремя. У нас большие склады. Мы запчасти возим практически один день. Приходят они всегда в назначенные сроки. Стараемся, чтобы наши клиенты остались довольны и дарили нам свои улыбки. Ценники у нас очень лояльные. За 2000 рублей вы получаете полный спектр работ по всему техническому обслуживанию. Также вы получите в подарок мойку автомобиля. Автомобиль получите чистый. Также у нас присутствует такая функция, как квик-сервис. Это обслуживание автомобиля в день приезда, без предварительной записи. Приезжайте в любое время, ждем вас, всегда рады видеть. Также у нас есть кузовной цех, где, если вы посмотрите, довольно-таки демократичные цены. В любом какой-нибудь гараже вам станет это гораздо дороже ремонт. Плюс мы даем гарантию, пользуемся только качественными расходниками. У нас проверенные поставщики краски, поэтому если вы будете кузовное делать у нас, проблем не будете иметь никаких. То есть автомобилей много, большая часть и это новинки. Другой вопрос. Если жить в Kia, если понимать этот сервис, такие машины, изумительное качество, недорогая цена, почему не покупать новинки от Kia здесь же, на Белорецком шоссе 17? Наш дилерский центр, компания «Уралавто» на улице Белорецкое шоссе, с желанием приобрести новый автомобиль или заменить свой действующий автомобиль, можем вам предложить абсолютно весь модельный ряд новых автомобилей Kia. То есть, помимо того, что можем предложить просто приобрести новый автомобиль, например, Kia Rio X-Line, как в кредит, так и за наличный расчет, естественно. Также можем предложить вам поменять ваш действующий автомобиль. По программе Trade-in, соответственно, мы принимаем вашу машину в учет оплаты нового автомобиля.
Ну, собственно, выбор нового автомобиля зависит, от, естественно, от ваших потребностей. Что вам нужно сейчас? Если вам нужен высокий дорожный просвет, пожалуйста, можем предложить Kia Rio X-Line. Если нужен дорожный просвет больше и больше салон, можем предложить вариант Kia Soul. Вариант полного привода можем предложить и предложим обязательно новый автомобиль Kia Sportage в обновленном кузове с новым мотором, с новой коробкой передач. Какая она хорошая машина! И даже не равняйте ее с другими, выросшими из мелочей. Kia Sportage с материала не по-детски. Серьезный и отличный, и даже очень большой кроссовер с лучшими свойствами лазания туда, где только волки ходят. Да и цена не самая большая. Конечно, мы его любим. Да и вообще мы любим Kia. И процедура решается легко. Просто весь модельный ряд вы можете попробовать в тесте. К слову, выезжать из города не надо. Легко и просто, продемонстрировав полный привод, вы также можете увидеть, как машина едет по грунтовке. И после всего этого, я думаю, что при покупке иномарки Kia это будет достойный выбор. Александр, поздравляю с покупкой нашего нового автомобиля. Спасибо. Вот он. Давно ждал его. Новый Kia Sportage. Ну, как-то неплохо. Вот человек таки купил свою мечту. Мечта его ждала, и будем надеяться, полюбив Kia Sportage, поняв все правила, он приведет сюда лучшую половину Магнитогорска и окрестностей.